Так, ребята, видео про Foxwell, которое было не окончено тогда, хотел бы вам показать то, что начиналось с ненастроенным аппаратом, как видите. В итоге в процессе его настроек я их подбирал и, в принципе, подобрал более чем лояльно. Поэтому сейчас я вам хочу показать именно, как вы просили, тот процесс, когда он варит. И как он варит. Так, вам там все видно? Газ у меня стоит сегодня, спрашивали. Стоит на пятерке. А что у нас тут? Добавляем, открываем. Да, на пяти. Все настройки, в принципе, посмотрите. Ну, я сейчас скажу. Подача проволоки 5, вольтаж на 5,5. Индуктивность стоит на тройке. Пробуем варить. Заодно послушаете звук, насколько и как он варит. Шов, надеюсь, видно нормально. Его можно, если добавить индуктивности, просто показываю именно шов аппаратом Foxwell Invermic 205. При небольшой добавке индуктивности и скорость, изменяю скорость провода самой горелки, как видите, начинается. И провары у него очень замечательные. И некоторые говорят, что, допустим, он там звук что-то не нравится, как он шелестит и как он не шелестит. Да нет, ребятки, вы просто ошибаетесь, это все помехи помехуют. Пожалуйста, небольшие настроечки сейчас тоже поиграемся. Убавим скорость подачи. При уменьшении скорости подачи проволоки мы, естественно, начинаем просто медленнее вести саму горелку. Чем быстрее мы ведем горелку, тем у нас меньше валик. Так, сейчас мне не понравилось то, что он затрещал, как бы есть не провод. Такое ощущение, что проволока медленно поступает. Мы посмотрим, что происходит. Есть ли замятие? Скорее всего, замятие где-то было. Ага, все понял. Это стоит перетяг, потому что до этого другой аппарат только воткнул горелку. Перетянута сама катушка и не дотянут ролик прижатия проволоки. Теперь пробуем. Ролик не буду никак монтировать, буду вылаживать так, как он есть. Нету масса.
Чуть добавили, прожигаем. Скажу вам, это первый из аппаратов, который я тестил, которым мне удобно варить именно шов с проводом от себя. На остальных аппаратах мне это было неудобно. Действительно, вот этим аппаратом я могу варить как от себя, так и на себя. Другие аппараты мне не очень нравились. О, подзабилось. Так что, если вы хотите взять себе аппарат, который будет мобильным и интересным, в принципе, я советую. Видите, валик идет что туда, что обратно. По-нормальному. Мне нравится. Вообще классно. Добавить надо немножко, наверное. О, газу накрутил. А почему у меня газ сбилось? Я его не крутил, а он сбился. Что-то редуктор, наверное, в баллоне газ заканчивается. Смотрите. Не знаю почему, либо редуктор у меня что-то глюканул, добавилось до 10. Сейчас снова встало, пооткрутил на пятерочку по редуктору. На пятерке, вот он, вот это его настройки. По настройкам, как я и говорил, 5, 5,5, 5. Газ 5, вообще классно варит, металл. 1,2, по-моему, этот, я его замерял, уже не помню. Ну, по-моему, 1,2. Профильная труба 80/40. Тонкостенная. Все, на этом считаю данный процесс ролика оконченным. Вот так вот, не буду отцеплять даже камеру. Считаю, что процесс съемки данного ролика окончен. Сейчас покажу только вам еще все, что наварил. Да, в принципе, вы и так видели. Аппарат советую. Далее будут проходить тесты. Они уже отсняты в порошковой проволоке, проволокой по алюминию и проволокой, говорю, и в режиме тик-сварки. Все. Всем пока-пока, до новых встреч.